трофе. Давайте. Спасибо. Автобус пустой. Остановка в степи в туалет закончилась для Рианы Бартули. Просто, ну как, вернулись в 17 лет. Ой, я хорошенькая тоже. Очень даже. Просто я почти на дороге писала, а Риана пошла в глушь. Вот такая вот правда жизни артистов, да, чтобы вы понимали, да? А, я тоже мата дай. Ну кормили собаку, доброе дело сделали. Ну, 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 конечно. Это Женя дал денег. Женя? Женя, Гуля дала денег. А, Гулечка. Она кому-то. Все, пошла, что ли? У нее щенки там. У нее щенки. У нее. Или у него. А, он просто прячет. Чё, господи? Такая сегодня я ведьмочка получилась. Я вообще бледная. А там можно подумать двух ведьмочек. Где? Все мы ведьмы. Рыженьки с зелеными глазами еще. Да, покажи мне свои ушки. Мочки покажи. Отлично. Ты что, раздел минус? Лиза, ты так и ждешь, чтобы тебе именно такой контент сняли, да? Да. Конечно. Кстати, да, да. Какие вопросы? Я свою. Это приятно. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть теперь. Передай Роме. Да. Ром, привет. Все хорошо. Все чекнули. Лиза себя хорошо ведет. Что ты так сделала?